Перед вами конструкция 545. И это очень необычная, но классная модель. Я хочу рассказать вам про ее преимущества. Внутри у нас поролоновая чашка, которая состоит, мы здесь вот так не видим, а если мы отпустим, то там три, так скажем, лепестка. Да, и я бы это назвала бы даже балконетом, но на самом деле конструкция не совсем балконет. Сделана она специально, вот знаете, для любительниц таких хороших, крепких, так скажем, форм. Почему? Потому что поролон здесь предназначен не для наращивание полноты, так скажем, а для создания гладкой, плотной конструкции. Здесь он такой достаточно тонкий, внутри хлопок, опять же таки, что немаловажно для женщин с повышенной чувствительностью. Сверху у нас здесь эластичная сетка, которая выполняет такой декоративный элемент и создает из этого бюстгальтера не просто поролоновый бюстгальтер, а некий такой кроп-топ, который сейчас на самом деле на пике популярности, и особенно у девчонок с большой грудью. А здесь все сделано для того, чтобы оказывать для большой груди надежную поддержку. Перемычку мы здесь с вами не видим, но вы поверьте мне на слово, она у нас здесь прилегает, сидит на месте, все как положено. Снизу у нас нету пустот, вся чашка заполнена и отлично повторяет субмамарную складку груди. И посмотрите, как хорошо выполнена зона подмышки. Да? То есть вот опять же таки, так же, как я говорила про при обзоре другой модели, да, подмышечная область, она здесь скорректирована, и девушки, кого волнует этот момент, они могут быть спокойны, здесь все продумано, все будет скрыто. Убрать совсем мы это не можем, потому что, ну, все-таки, если мы будем проводить, да, край чашки прям совсем в подмышку, то будет возникать трение, и вот здесь будет очень сильный болевой эффект. На это обращайте внимание. Бретельки здесь усилены, то есть вот все вот эти вот кружевные элементы, которые вы видите на чашке, это чаще всего не просто декоративный элемент, на самом деле это усиление стрессовой зоны. Для того, чтобы бретель лучше поддерживала большую грудь, бюстгальтер дольше служил, потому что бретелька не будет растягиваться. Давайте мы посмотрим на эту модель еще со спины. Здесь у нас крой леотард, это еще раз повторяюсь, профессиональный крой. И теперь обратите внимание, как пояс увеличился с увеличением чашки. Не с объема грудной клетки, да, поскольку и Лина, и Кристина носят 75-й пояс, но разница у них именно в объеме груди. И здесь у нас уже сразу и трехрядная застежка, такая более широкая, которая будет стабилизировать пояс. Сам пояс более широкий, что позволит дать хороший отток лишней жидкости. Будет такой эффект, как будто бы после массажа, да, что вода уйдет, потому что именно широкий пояс отвечает за движение лимфы именно в районе подмышек, да, и вот в районе груди. Здесь также смотрим регуляция бретели. Бретель широкая, плоская. Края здесь мягкие, хорошо обработаны. И она регулируется, и поэтому можно будет регулировать бюстгальтер по росту. Сейчас я вот хотела бы обратить ваше внимание, что если вы, например, не знаете, как эту модель обыграть в своем контенте или как предложить ее своей клиентке. Сейчас вообще в бельевой индустрии есть тенденция на такие аутсайд-модели. То есть, которые не прячут, а которые сами являются частью образа. Это топ, я даже не побоюсь этого слова, можно рекомендовать, например, с брюками, с юбками, с жакетами, с кардиганами, с рубашками. То есть и не нужно стесняться, что его не будет видно. Зона груди здесь достаточно закрытая, да, то есть декольте у нас здесь высокое, поэтому все будет закрыто, можно будет не стесняться. При этом, если у вас, например, у клиенток есть запрос на некий минимайзер, то можно рассматривать и даже эту модель. Хотя минимайзером в своей сути он не является, да, при этом и внутри еще и конструкция такого, можно сказать, балконета, который наоборот приподнимает, собирает грудь. Но за счет высокого покрытия по груди будет создаваться эффект минимайзера. Обращайте на это внимание, посмотрите в других коллекциях, как представлена и выполнена эта модель. Я очень вам рекомендую обратить на нее внимание и добавить себе в ассортимент как хорошая альтернатива, ну, таким а-ля советским дизайном. Здесь он выполнен современно. Сейчас сетка, она в тренде. Модель полностью гладкая, базовая и будет отвечать самым требовательным клиенткам.